два слова о банной линии. То есть в 1970 году у Кудрей разработана была банная линия. Это, конечно, такое удовольствие. Вот просто рекомендую всем один раз попробовать гели для душа и парфюмированный крем по качеству. То есть начать с геля для душа, потому что, во-первых, гели для душа все с натуральными пенообразователями, вот, гипоаллерген. Во-вторых, до 7 различных масел, то есть увлажнение питания, повышение упругости кожи, вот, то есть идет уход интенсивный за кожей, плюс парфюмная основа. По себе скажу, что я несколько раз себе брала эти гели для душа. Там лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать, как бы рассказов. Великолепная, во-первых, текстура, во-вторых, стойкий очень аромат и невероятное ощущение вообще альфакторное. То есть кожа просто после этих принятия ванны и этих кремов просто сияет здоровьем, действительно очень качественные. Плюс они все идут в линейке с ароматом, то есть для наслоения шлейфа и для создания стойкого звучания. Есть винтажные баночки объемом 250 мл, то, что вы наблюдали. Есть дорожные варианты по 125 мл, тоже очень удобно. Или для тех, кто хочет попробовать, там, в принципе, доступные цены, очень-очень красивые ароматы и великолепные текстуры.